Дорогие друзья, сегодня мы собрались для того, чтобы почтить память нашего хоккейного брата, нашего друга, заклубника Сергея Шкиренкова. В самом начале я хочу предоставить слово игроку команды «Корсар» Дмитрию Басову. Дорогие друзья, я, наверное, все-таки скажу добрый вечер, поскольку Серега, наверное, один из немногих игроков, который не только в РТХЛ, не только в «Корсарах», но и в «Монархах» и во всех других командах, в которых он играл, заслужил себе на отчество. Да? Все прекрасно мы помним, любим и знаем его не как Сергея Шкиренкова, как Ваныча. Мы не зря собрались в «Янтаре», так как, ну, «Корсары» это точно знают и помнят. У нас были тренировки и в ЦСКА, и на Аргувке. И именно Ваныч помог нам найти этот лед на «Янтаре». Именно он тогда сообщил, что строится новый ледовый дворец. Всеми много нервов, сил потратил на то, чтобы добиться этого льда. Поэтому за что ему огромное спасибо. Мы долгих 2 или 3 года здесь занимались. Мы долго думали, как нам почтить память Серегину, и не нашли, наверное, как мне кажется, более достойного, чем провести хоккейный матч дружеских команд, за что огромное спасибо всем ребятам, которые сегодня собрались, и «Монархам», и «Корсарам». К сожалению, много ребят по разным причинам не смогло сегодня принять участие. Так что хотелось бы всем пожелать сегодня хорошей игры в память о Ваныче. И ну, у меня все. Спасибо. А теперь я приглашаю на лед сына Ваныча, Матвея. Матвей, приходи сюда. Матвей, знаем, что ты пока в хоккее еще не играешь, но надеемся, что ты эстафету от своего славного отца примешь. Тоже займешься этим видом спорта, и коллективы, в которые играл твой отец, они передают тебе как наследство и память о нем. Во-первых, вот эту плюшку в чехле команды «Корсар», так, кубки и медали, которые были завоеваны с участием твоего славного отца. Вот это вот, это самый первый кубок, которую получила команда «Корсар» в большой хоккейной лиге. Медали. Надеюсь, они займут достойное место у тебя. Также друзья и одноклубники твоего отца открыли специальный счет, которым ты сможешь пользоваться при достижении совершеннолетия. Вот это тебя, чтобы ты понял, какой вклад в развитие хоккея и как он оценен одноклубниками твоего отца. А сейчас, дорогие друзья, в память о Ваныче я прошу вас почтить минутой молчания. Спасибо. Слово предоставляется Михаилу Барсукову. Хотел добавить немножко, как сказал один из наших игроков, Володя Болхонский, если есть какая-то связь, и Иваныч видит, то, наверное, он бы обрадовался, что мы почтим его память именно таким образом, играя в его любимую игру, не
нежели чем в каком-то там кабаке сидеть, бухать и все такое прочее. Поэтому давайте поиграем в хороший хоккей. Спасибо. Матч памяти Сергея Шкиренкова между командами «Дружба» и «Память» объявляется открытым. Прошу всех встать. Звучит государственный гимн Российской Федерации. Спасибо. Поехали, ребята. My life be like, ooh, yeah. My life be like, ooh, yeah. My life be like, yeah. My life be like, times like these and things say, yeah. But if you see me this stuff, my life be like, different breath drops all when I stray, yeah. A lot of sacrifice and the price, my life be like, living like a fairy tale.
передачи Романа Борисова, номер 75. Шайбу забросил Андрей Селиванов, номер 77. Шайбу забросил Сергей Муравьев, номер 80. Thank you.
Команда «Память» играет в полном составе. Передачи Валерия Зотова, номер 17, шайбу забросил Александр Попов, номер 68. Передача Константина Каргатьева, номер 91.
и Сергея Лихачева, номер 25-й. Шайбу забросил Сергей Муравьев, номер 80-й. За задержку соперника клюшкой малым штрафом наказан Андрей Лялькин, номер 79, команда «Дружба». Команда «Дружба» играет в полном составе.
Последняя минута первого периода. Объявляется перерыв для подготовки льда.
Шайбу забросил Антон Белоусов, номер 97.
Передачи Александра Попова, номер 68. Шайбу забросил Сергей Веревочников, номер 27. Правильную атаку соперника малым штрафом наказан Антон Белоусов, номер 97, команда «Память».
Команда «Память» играет в полном составе. Передач Валерия Зотова, номер 17, и Сергея Веревочникова, номер 27, шайбу забросил Игорь Протусевич, номер 71. Последняя минута второго периода.
передачи Сергея Воробьева, номер 80-й. Шайбу забросил Михаил Барсуков, номер 22-й. Перерыв 2 минуты. Thank you.
Шайбу забросил Вячеслав Малышев, номер 79. Thank you.
передачи Константина Каргатьева, номер 91. Шайбу забросил Сергей Муравьев, номер 80. Thank you.
Шайбу забросил Антон Белоусов, номер 97. Шайбу забросил Антон Белоусов, номер 97. Передачи Сергея Муравьева, номер 80-й, шайбу забросил Константин Каргатьев, номер 91-й. Шайбу забросил Сергей Муравьев, номер 80-й. Последние 2 минуты матча. Thank you.
Шайбу забросил Андрей Дроздов, номер 35. Матч окончен с боевым ничейным счетом 8-8. Спасибо игрокам за игру и зрителям за поддержку. Ждем вас на играх снова.